хавать, пацаны, но не этот доширак. Не сираков нам на стол, наш товар не контрафакт. Его выложу в контакт, ты на кнопки нажимай. Оля Бузова сказала, кругом мальчики Wi-Fi. Я не мальчик, дай потрогаю твой бантик. Ты меня, детка, послушай, я мыч, тот еще романтик. Этот трэп лечит от психосоматики. Слушайте, братики, за окном уральский холод, пацы шарят на районе. Взлеты и падения, там быстрые подъемы. Новые объемы, плюс новые колеса. Кто-то что-то хочет, но мы валим по зеленой. Это тип, он же залетный, я не стал бы ему верить. Он походу левый гусь, там еще двое на Каене. Что-то тут нечисто, они работают по схеме. Надо сваливать отсюда, брат, пока есть время. Громкие сирены, кровь пульсирует по венам. Кто-то тычет слева дулом пистолета. А как пизда-то было летом? А ща котлета адвокату и в руках эти кастеты. Кто же спиздил этот лям? Это точно был не я. Здесь голодных дохуя. Кто разбил все эти тачки? Это точно был не я. Здесь голодных дохуя. Кто обналил эти суммы? Это точно был не я. Здесь голодных дохуя. Кто всех сдал и обманул, это точно был не я. Здесь голодных дохуя. Тут каждый мотылек хочет скатать покрепче кокон. Чтобы не вышло боком трата шелковых волокон. Каждый район и самурай в тишине одиноком. Сканируют свой путь своим голодным оком. Путевку в жизнь готовы прикупить сейчас хоть оптом. Но пока минус предпочтение курточкам и кофтам. Любой сырой темный подвал может назваться лофтом. Там менеджеры сулят, смутят под пиратским софтом. Секреты тайны, тайные секреты. Помните, как в нулевых ларьках поштучно брали сигареты? Вот и сейчас у молодежи тайные заветы. Как обойти безвредно, безобидные запреты. Эй, на ус мотаем, да опыт копим. Трудимся в охотку, да потихоньку робим. Чему вопросы, мы черту не переходим. Я для этих скользких дел не годен. Кто же спиздил этот лям? Это точно был не я. Здесь голодных дохуя. Кто разбил все эти тачки? Это точно был не я. Здесь голодных дохуя. Кто обналил эти суммы? Это точно был не я. Здесь голодных дохуя. Кто всех сдал и обманул? Это точно был не я. Здесь голодных дохуя.